Им от 18 до 30 лет, и они уже работают на себя. В Йошкар-Оле подвели итоги республиканского конкурса бизнес-проектов «Ты предприниматель». Из 800 участников в финал вышли 28 авторов перспективных идей, и только 5 из них были удостоены гранта в размере от 60 до 80 тысяч рублей. Все победители доказали перспективность своей идеи, реально оценили бизнес-нишу, протестировали ее и вычислили покупательский спрос. Мы занимаемся пошивом детских платьев. Коллекция у нас происходит раз в сезон, то есть 4 раза в год. Средства гранта планирую потратить на оборудование для производства. В рамках конкурса «Ты предприниматель», который в регионе проходит уже в 6-й раз, все участники прошли тестирование, анкетирование, посетили форумы, семинары по ведению бизнес-переговоров, сотрудничество в рамках команды, мастер-классы с погружением в реальную экономическую ситуацию по созданию собственного проекта. В итоге каждый получил удостоверение о прохождении курса «Основы предпринимательской деятельности», организованного республиканским бизнес-инкубатором. Плюс к этому в течение года они смогут получить помощь по ведению бухгалтерии и юридическим вопросам бесплатно.